Всем привет, скажи. На головке. На головке у меня тоже, да? Везде снег. Снег, скажи, летит у нас. Тополиный пух у нас, да? О, я вся в него. В его. Так неудобно, летит прямо в нос. Да? А, снег, да? Мы с Димочкой идем в поликлинику на манту, прививку. Педиатр сказал, надо прийти сегодня, да. И мы в 9 утра, в 9:40 идем. Да? Летит, да? На нос сейчас сядет Диме, да? Ну не надо, руками не трогай нос. Да? Вон там у нас везде все лежит. Деревья пилят у нас. Как вот. Красиво. Да? Что-то коляску зибун, да? Что коляска? Зибу? Зябу, зиба, козе. Ну вот мы уже пришли. Коробку. Как всегда, рано. Оставил коробку. Да. Каштан тут цветет. Ролик, конечно, с опозданием выйдет. Но покажу все равно. Ой, пыль. Не пыль, а как пух, да? Пух летит, да, Дим? Пух, да. И в нос попадает, да? Пух, да. В нос попадает, да? Так, это не трогай носик, да. И на голову, да? Мама вся в пуху. А вот так. У мамы много пуха на голове? Пуха много. Много? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Пух, да? Угу. Это о. Да? Ну, коробка, да. Давай сейчас пройдем туда. Каштанов сколько? Много, да? Где твоя лестница? Наверху? Дима говорит, что лестница. Лестница? А? Где лестницу ты увидел? Там лестницу увидел. А выше посмотри. Посмотри выше. Вон там ты увидел лестницу? Дима говорит, лестница. Снизу она похожа на лестницу, да? Да? Похожа на лестницу она? Похоже, ага. Только это балконы, да? Балконы. Балконы это? И там балконы. Почтовый ящик туда. А там сейчас мы видели другой почтовый ящик. Необычный, это еще старый. Все зелено, все красиво так. Классно. Каштанов, кстати, смотрите, очень много. Вон три. Там еще вон полно. Кто видел? Пенек, вот это пенек, такой огромный, пенек. Прям пенище. И там пенек. И где еще? И там? Тоже пенек, да? Тоже там пенек. Да, не маленький пенек, это пенище целое. Там пенек. Маленькое, там посадя. Да, там маленький пенек, да? А здесь большой пенек, да? Да, Дима? А Дима сегодня нарядный, да? Ты нарядная? Покажи, какой ты нарядный сегодня. Покажи, Дима подтяжки одел. Дима новая кофточка мама купила, да? С машинками, да? А Дима еще в джинсах. Покажи джинсы. О, какие крутые у тебя джинсы, да? Здесь пия, да? Нарядный пенек, Дима. Пенек, да? Да, пенек. Мы пришли рано, просто, как обычно. Да? Как обычно. Вот, смотрите, какие каштаны шикарные.
большой. Он какой? Спия, да? Где большой пенек, да? Каштан, сколько так классно смотрится. Еще машины тебе не мешали. Одуванчики какие-то. Одуванчики? Точно, тут еще одуваны у нас. Одуванчики, да? Да, надо одуванчиков нам сорвать. Да, малыш? Много. Зима много. Тут... А сорвать тут зима, да? Да. Да. А там зима. Еще зима, да? Зима, Соча. Да? Как люди живут. Кирпичная кладка стала падать. Он женщина. Ведра носит. Уже, кстати, третья ходка у нее. Третья ходка уже носит ведра. Сейчас набирает. Какие-то стоят вон дома. Мы никогда с вами не задумываемся, что там стоит деревянный дом. Думаешь, о, здорово, карантин сейчас переживать. Все это такое. А там ведь воды нет у них из крана. Туалета нету. Да, Зим? Да, есть. Нету туалета у них там. Нету туалета. Да. Каштаны красивые такие. Но они уже отцветать, кстати, начали. А, слушайте, они давно же уже цветут там. Они давно цветут уже. Ой, сейчас чихну опять. Смотрите, ящик коляски, какой. Туда ездят. Другой ящик совсем. И твой. Узенький такой. Узенький-узенький. Узенький-узенький, да? Да. Почта России. Туба какая, да? Угу. Узенький. Там осенний. Всё. Женщина уже сделала четвертую ходку. Немолодая женщина. Лет под 60, наверное. Больше даже. Больше, наверное, да. Четвертую ходку. Два ведра. По 5, по 6 литров. Так подумаешь, маленький ребенок. Вот так помыть ребенка, натаскать воды сколько. Сколько надо времени, сил. Кошмар. Там да? Есть еще. Лестница там. Ой, господи, сейчас мне голова закрутится с тобой. Вот смотрите, машину какую увидела, прикольно. Какой у нее багажник длинный такой. Машина богая. Да, такая необычная. Обычная старая, видно. Богая.